Потому что мы живем на линии фронта. Были бесконечные бомбежки день и ночь. Дети очень боялись, пугались этого. Получается, мы уехали. Это мы уехали 18 октября. В декабре у нас уже крышу побило. Последнюю неделю мы жили в подвале, это была осень. Они уже боялись выходить наверх, если они еще днем как бы играли во дворе, все, но дома они вообще боялись заходить и днем, и ночью. Мы работали в городах, где очень много разрушений. Мы общались с людьми, которые потеряли кровь, которые потеряли близких, которые потеряли конечности, потому что они были оторваны в результате взрывов. Те дети, которые находились в бомбоубежищах, люди пожилого возраста, которые сидели в подвалах, ну и, в принципе, все люди, которые, к сожалению, оказывались под бомбежками, они испытывают просто животный страх и ужас, потому что, когда на глазах гибнут люди, рушатся здания, это очень страшно. На сегодняшний день даже вид человека в военной форме и с оружием вызывает у них вот этот вот страх и панику, потому что это ассоциируется с теми ужасами, которые им пришлось пережить. У них выражена агрессивность, беспомощность, потому что они действительно не понимают, из-за чего они оказались вовлеченными в состояние войны и что им делать дальше и как жить дальше. Нарисовано. На будущее, вот еще поскорее вот эта вот вся фигня закончится, поскорее нам вернуться в дома, хотя как бы, блин, разбили наш дом, но хотя бы вернуться, чтобы как-то отстроить свой дом и жить у себя в доме, чтобы, блин, чувствовать себя в тишине и в покое.